После вакцинации от коронавируса примерно месяц не следует загорать и долго находиться на солнце. Ультрафиолетовое излучение может привести к ожогам и воспалению кожи, а также выбросу гистамина, который вызывает аллергию. Об этом рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев в интервью «Радио Спутник». Врач посоветовал избегать солнца 3 недели после первого компонента и 2 недели после второго, пока вырабатываются антитела. Тем, кто все же отправится на отдых после недавней вакцинации, необходимо меньше находиться на улице, приходить на пляж с 6 до 10 утра и после 6 вечера, также брать с собой антигистаминные препараты. Тем временем республиканский оперштаб сообщает о новых случаях заражения коронавирусом. 30 июня COVID-19 обнаружили у 90 человек. В столице республики 57 заболевших, в Мирнинском районе 2 новых случая. В Ленском районе заболевших нет.